Торжественное мероприятие проходит в средней школе номер 2 регулярно, но в этот раз в актовом зале собрались не ученики, а педагоги. Более 50 учителей, работников городского отдела образования прощались со школой перед выходом на заслуженный отдых. Поздравить их с этим событием и выразить им слова благодарности пришел начальник отдела образования Пинского горисполкома Евгений Мендель. Я хочу поблагодарить вас всех за ваш самоотверженный труд, за то, что вы, не считаясь со временем, не считаясь с тем, что, может быть, уровень оплаты труда был не всегда соответствующим, всегда добросовестно, самоотданно, самоотверженно выполняли то, что вам поручалось. Спасибо вам большое за вашу работу и дай вам Бог здоровья. Детские коллективы, работающие в школе номер 2, подготовили учителям города свои творческие подарки. Различные номера художественной самодеятельности, песни, танцы, стихи звучали на этом вечере. Председатель Пинской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Светлана Назаренко обратилась к виновникам торжества с приветственным словом. Она вручила каждому из них небольшой подарок и поблагодарила их за многолетний труд на ниве просвещения. Примите искренние слова благодарности за ваш труд и пожелание крепкого здоровья, неугасимой энергии, творчества, а самое главное – оставайтесь такими же задорными, молодыми и юными, как все ваши воспитанники. Мира и добра вам! От имени городской организации ветеранов педагогического труда выступила ее председатель Фаина Гориш. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть кто-то гениально играет на флейте, но еще генеральнее слушали вы. В своем приветственном обращении Фаина Горич отметила, что даже выйдя на пенсию, можно оставаться социально и физически активными людьми. Она призвала всех вышедших на заслуженный отдых учителей к активной общественной жизни.